Но работа внутренних органов, сердца, сосудов, желудка, желез, не подчиняется воле человека. Эту работу регулирует автономная или вегетативная нервная система. Она состоит из двух отделов. Парасимпатическая система отвечает за сужение зрачка, выделение слюны и желудочного сока, замедление сердечной деятельности, усиление сокращения кишечника. А результат работы симпатической системы – расширение зрачка, учащение биения сердца, сужение периферических сосудов, повышение работоспособности скелетных мышц. Симпатическая система как бы мобилизует организм для работы в экстремальных ситуациях. Но обычно влияние обеих систем уравновешены и сбалансированы. Они поддерживают равновесие всего организма в целом.